Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. И нас ждет лекция «Абсолютный скептицизм античности». Абсолютный скептицизм античности, в общем, тему вы видите. А начнем со вступления. А многие люди сегодня думают, что являются скептиками, потому что сомневаются хоть в чем-то. Школьник – скептик, студент – скептик, ученый тоже скептик, но и правоверный христианин непосредственно также является скептиком. На мой взгляд, мода на псевдоскептицизм начинается в новое время. Основные персонажи, сыгравшие значительную роль в понимании современного скептицизма, это Монтень и Декарт. Монтень, вот он. А в целом придерживался христианских воззрений, нередко занимался нравственными поучениями, а его книгу «Опыты» крайне трудно назвать выдающейся в области скептицизма. Так чего вообще можно ждать от христианского скептицизма? Это определенно какой-то оксюморон. Так, движемся дальше. Тут же Декарт со своими «я мыслю», что иногда переводится как «я сомневаюсь», следовательно, «я существую». А Декарт предложил такой подход, согласно которому нужно было найти очевидное основание для своих суждений, а потому он последовательно предполагал, что ошибается в неочевидных знаниях, среди которых были эмпирические наблюдения, эмпирические, да, а математика и даже сам Бог, ну и душа вместе с ним. Единственное, что Декарт счел очевидным, так это саму возможность подвергать все вокруг сомнению. Из этого у него следовало, что с необходимостью существует я. Ну, я мыслю, следовательно, я существую. Я сомневаюсь, следовательно, я существую. А затем он доказывал, что существует Бог, математика, материальный мир и так далее. Относительно последних категорий Декарт не особо вдавался в подробности и в доказательства, как будто бы заготовил все вот эти сомнения и ответы заранее. Такой подход Декарт называл радикальным сомнением. Впрочем, если посмотреть на ту резвость, какой он после мимолетных сомнений утверждал все новые и новые догмы, становится понятно, что никаким радикальным сомнением все это не является. А вот еще одна знаменитая персона. А в научном дискурсе особое влияние на популяризацию скептицизма оказал известный ученый и популяризатор науки Карл Саган. А чем оказал медвежью услугу не только скептицизму, но и науке в целом? Ведь теперь во многом благодаря ему, ученым, которые занимаются чисто механической, алгоритмической работой, просчитанной до такой вот степени догматичности, что ну, догматичнее представить себе просто невозможно. А вот этим вот самым вот ученым, которые занимаются всем этим, приходится еще с умным видом доказывать, что они сомневающиеся скептики, которые вот все подвергают сомнению, вообще все. Это в принципе не имеет никакого смысла и никакого соотношения с античной традицией скептицизма. Так вот, давайте же разберем, что такое скептицизм, а потом затронем основные его термины и разберем достижения самых выдающихся его представителей. Ну, чтобы, в общем-то, не путаться больше, вот что такое скептицизм. Я даю такое определение скептицизма. Скептицизм – это состояние, в котором нет мнений. На мой взгляд, это базовое состояние человека, удержание которого, правда, требует значительных усилий. Скептицизм не является учением или верой. Это просто одно из наиболее фундаментальных состояний, наряду с догматизмом. Догматизм, скорее всего, ну, такой более распространенный. Уже по определению, которое я предложил, видно, что ни научный скептицизм, ни христианский не отвечают тем требованиям, которые заложены внутри. Впрочем, я убежден, что античные скептики разделили бы со мной это определение, так как оно создано на базе основательного изучения скептических работ древности. Скептицизм – это не просто какое-то сомнение в чем-то, это последовательная практика очищения от догм, то есть от любых убеждений, от абсолютно любых, но догма в переводе греческого – это просто убеждение. Примите это. Это вот просто вот так вот было, и древние скептики понимали под догмой абсолютно любое убеждение. Вы думаете, что кушать хотите? Это догма. Вы хотите погулять пойти, у вас есть желание? Это догма. Вы думаете, что, не знаю, предметы падают на землю? Это тоже догма по-гречески. Ну, вот так вот. Вот примите вот это просто вот факт. Это факт, и с ним приходится мириться, и скептики сомневались вообще во всем. В том числе в том, что предметы непосредственно падают на землю, что предметы существуют непосредственно, что есть какая-то сила, которая их притягивает. Вот. Также я выделю вот такое вот слово в определении, оно красненьким подсвечено, нет, не подсвечено, недостоверным. Главное слово здесь является, конечно же, недостоверным во всем. Скептицизм – это когда все учения кажутся недостоверными, ну то есть сомнительными. Есть противоположность, такая скептицизма, которая тоже отрицанием занимается, но другого рода – агностицизм. Агностицизм – это такая догматическая позиция, согласно которой всякое учение считается неверным, а познание оказывается недоступным.
Скептик никогда не является агностиком, а агностик – скептиком. Это тоже, это чисто вот из определений следует, это тоже просто нужно принять. Просто нужно принять. Теперь по основным терминам. Эпоха. Это воздержание от суждений. Ну, непосредственно даже в переводе, это просто воздержание от суждений. Это цель античного скептика. Воздержание от суждений – основная добродетель античного скептицизма. А, впрочем, следует уточнить, что речь идет о сущностном воздержании, а не о поверхностном. А, я бы в наши дни объяснял эпохе так. Это воздержание не от суждений, а от убеждений. Ибо суждение может быть не подкреплено верой. Собственно, сами скептики это отлично понимали. Они вели споры с другими направлениями с помощью скептических тропов, которые, по сути, являются некоторыми суждениями, но не являются убеждениями. Именно второго античные скептики сторонились. Они сторонились убеждений. И именно поэтому, мне кажется, что под словом «суждение» они и понимали убеждение. Дело не в речи, а в воздержании от утверждений, которые имеют... Не воздержание, а суждение, которое имеет языковую форму. То есть, ну, без разницы, что мы говорим. Важно, в чем мы убеждены. И скептики могли утверждать все, что им угодно, но главным критерием скептицизма было воздержание от веры, от иллюзии знания, от любого убеждения. Такая трактовка полностью вписывается в скептический дискурс, ну и разрешает многие проблемы. Следующий важный термин – атараксия. Вот она. Это душевное состояние спокойствия, невозмутимость, безмятежность. Считается итоговым состоянием, которое должен достигнуть скептик. А в моем скептическом учении, с которым вы можете ознакомиться в группе, скептицизм развит значительно дальше. Я считаю, что атараксия – это своеобразная догма, некоторое вынужденное состояние, которое скептик должен испытывать. Как по мне, в скептицизме нет слова «должен». А, впрочем, не будем ругать греков за то, что они дошли в своем скептицизме, не дошли до своего скептицизма до конца. В истории философии все равно никто не зашел дальше, как бы. Поэтому, ну вот, вот греки самые скептичные, ну вот у них была такая вот последняя точка атараксии. И эпохи, все, воздержание. Воздержанность от суждений и обретаем душевное спокойствие. В остальном во всем мы не уверены. Да. Вот важное имя. Перрон с двумя «р». Это первый известный скептик, житель Элиды, живописец, верховный жрец. А попробуем описать его учение, ну, с помощью Диогена Лаэртского, конечно. Он ничего не называл ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым. И вообще полагал, что истинно ничто не существует, а людские поступки руководствуются лишь законом и обычаем, ибо ничто не есть в большей степени одно, чем другое. Обратим внимание на слово «называл», ну, то есть «не называл» в данном случае, да. Это важно, потому что здесь употреблено не слово «считал» или «утверждал», а именно «не называл». И оно правильно. Оно правильно в отношении Перона и вообще скептического учения. Правда, вот дальше идет слово «истина». Относительно «истины» я бы внес поправку, так как данное предположение содержит в себе догму. Кажется, под «истиной» здесь подразумевается чисто человеческая истина. Если мы подразумеваем, что, ну, онтологической истины никакой не существует, то, ну, это было бы очевидной догмой, ну, согласитесь. Ну, то есть, вот он сказал, никакой истины нет. Это догма. А вот если он говорит, что для человека, скорее всего, у нас есть основания полагать, что мы не можем достигнуть истины, вот в таком значении истина может не быть догмой, опять же. Опять же, если это выдвигается как предположение, как допущение, а не как утверждение, как это происходит у агностиков. Ну, я думаю, здесь Диоген Лаэртский немного приврал. То ли не того человека процитировал, то ли еще что-то. Ну вот эта вот часть просто вот с истина, она не соответствует действительности, скорее всего. Вот. Следующая цитата из Диогена Лаэртского касается уже другого аспекта. В согласии с этим он вел и жизнь свою, ни к чему не уклоняясь, ничего не сторонясь. Подвергаясь любой опасности, будь то телега, круче или собака, но ни в чем не поддаваясь ощущениям. От опасности его уберегали следовавшие за ним друзья, ну или ученики. Впрочем, Анисидем говорит, что воздержание от суждений было для него правилом только в философии. В частных же суждениях он вовсе не был непредусмотрительным. Ну и дожил он, соответственно, до 90 лет.
А скорее всего, раз уж Пирон дожил до 90 лет, он все же воздерживался от суждений исключительно по вопросам познания и философии. По необходимости обращался к врачам и был крайне осмотрителен. Даже в метафизике Аристотель, который жил до Пирона, высказывал такую мысль: невозможно всегда и во всем быть скептиком. И здесь я с ним абсолютно согласен, да и Пирон, наверное, был с ним абсолютно согласен. Человек, который не только во всем сомневается, но и отказывается говорить, есть, дышать, смотреть по сторонам, когда переходит дорогу, следить за здоровьем и многое-многое другое, ну, скорее всего, умрет. Ну, а все это догмы, это непосредственно догмы по-гречески. Но если он не будет всех этих догм в жизни как бы исповедовать, то он в итоге умрет. Очень рано, скорее всего. Ну, мне думается, Диоген Лаэртский здесь немножко нам приврал. Приврал, ну, это простительно. Диоген Лаэртский не был скептиком. Есть еще одна история. Когда однажды Анаксарх попал в болото, Пирон прошел мимо, не подав руки. Люди его за это бронили, но Анаксарх восхвалял за безразличие и безлюбие. Очень потрясающая история про Пирона, на самом деле. Она мне очень нравится. Так вот. Для начала замечу, что Анаксарх – это его учитель, который, в свою очередь, являлся учеником самого Демокрита. Да-да, того самого, который был атомистом и в том числе выучил Протагора. Так вот, Пирон доказал свое безразличие тем, что оставил того тонуть в болоте. И это отличный пример принципа безразличия. Впрочем, трудно сказать, что Пирон был настолько безразличен. Скорее всего, ну это, конечно же, миф. Но очень красивый, интересный миф, очень специфический миф, на который мы должны обратить внимание. Продолжаем. А теперь вот миф, который противоречит всему сказанному. В другой раз на него набросилась собака, и он испугался. Но Наукура ответил, что нелегко всецело отстраниться от человеческих свойств. Однако против всего, что происходит, он ополчается, сколько есть сил, делом, а когда не достает сил, словом. Ну вот это уже больше соответствует реальности жизни скептика. Вот бытие скептика, оно таково в целом. Да, человек не может всецело погрузиться в скептицизм. И это правильно замечал Аристотель. И правильно вот здесь вот сказано Пироном, который испугался собаки. Так вот, скептик не обязан вот прям вообще от всего отстраниться. Но по возможности может это делать. С другой стороны, опять же, обратим внимание, что... А античные скептики все еще тяготеют к этому идеалу вот этой вот атараксии и спокойствия. То есть Пирон говорит: да, я еще не достиг этого великого состояния, так скажем, но я все равно пытаюсь ополчаться, что есть сил делом, а когда не достает, пытаюсь словами с этим работать. Вот такой вот Пирон был. Абсолютно совершенно интересный персонаж, можно сказать, основатель скептицизма, по крайней мере, тот, который известен сейчас человечеству. Для нас это самый первый скептик. Раньше до этого не было людей, которых можно было бы назвать скептиками. Тимон. Тимон ученик, в общем-то, ученик Пирона и автор «Сил». «Сила» — это такие юмористические произведения. Сейчас мы посмотрим определение. «Силами» называют три его книги, в которых он как скептик бронит и вышучивает догматиков с помощью пародии. Ну, не знаю, насколько это скептично, насколько это вот, да, проявляет его сомнение, насколько это вообще, ну, заслуживает внимания, но вот. Вот такой был скептик Тимон, ученик Пирона. Он слушал его лекции. И, собственно, про Тимона здесь достаточно. Там, чем-то большим он и не выделился. Впрочем, у Диогена Лаэртского приводятся некоторые цитаты из «Сил», и вы можете их прочитать, там непосредственно Диоген Лаэртский, текст про философов. Энисидем. Энисидем сформулировал 10 тропов. В общем-то, этим он и знаменит. 10 скептических тропов. Давайте их быстренько перечислим. Разные живые существа чувствуют по-разному. Совершенно невозможно понять, кто чувствует правильно. Второй троп. Среди людей также не существует единства. Их чувства и их отношения к одним и тем же вещам настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Третий троп. Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны. И непонятно, какому можно отдать предпочтение. Четвертый троп. Состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. Пятый троп. Суждение или оценка
ситуации. Также зависит от обычаев того народа, которому человек принадлежит. Эти оценки могут быть прямо противоположны. Шестой троп. Ни один человек не является... ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами, поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Седьмой троп. Вещи представляются различными в зависимости от места, которое занимают. Восьмой троп. Вещи различны в зависимости от их количества и качества. Девятый троп. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. Десятый троп. Суждения о вещи выражают не ее саму, а ее отношение к другим вещам и к воспринимающему. Вот, 10 тропов. Мы их сейчас все последовательно, конечно, разберем. Я их не просто так прочитал, и мы забудем. Но так вот, хочется уже сначала просто немножко обсудить все эти тропы. А в чем непосредственно суть? Что ими опровергается? Да все, в принципе, опровергается. Начиная с эмпиризма, разные живые существа чувствуют по-разному. Да. Потом идеализм и прочие учения, которые опираются на мнение людей, а также на всевозможные догмы идеалистического характера. То, что среди людей не существует единства. Потом, опять же, органы чувств упоминаются, опять же, против эмпиризма и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, цель скептицизма – опровергнуть все учения. И, соответственно, с этими 10 тропами, ну, это, по-моему, получается. Получается. Ну, то есть, по крайней мере, ни один из этих 10 тропов не опровергнут до сих пор. Никто не пытался просто их опровергнуть. Почему-то так получилось, что источников, которые пытались их опровергнуть, они не сохранились. А современные ученые, ну, тоже не занимаются критикой вот этих вещей, потому что у них там свой эмпиризм, они уже давно им занимаются и игнорируют. Вот все 10 тропов этих к черту. Ладно, попробуем разобрать 10 тропов Нисидема. Так вот, первый троп. Разные живые существа чувствуют по-разному. И совершенно невозможно понять, кто чувствует правильно. Допустим, что все существа все же чувствуют по-разному. Вот каждый троп, он вот так вот и его и нужно так воспринимать. Допустим. Именно допустим. Скептики, они не делают упора на утверждение. Они не говорят, все существа чувствуют по-разному, я это точно доказал, пацаны. Все, это очевидно. Я в это верю, и вы в это верьте. В общем, нет, он так не говорит. Или он говорит, что вот у меня есть супер доказательство, я уже доказал, что все существа чувствуют по-разному, и вы должны мне доверять. Нет. Скептик вот так говорит. Допустим, разные живые существа чувствуют по-разному. У нас нет доказательств того, что они чувствуют по-разному. Впрочем, у нас нет доказательств того, что они не чувствуют по-разному. Поэтому мы допускаем. И тогда получается, что если вот мы допустили, и это верно, что все живые существа чувствуют по-разному, то у нас не получается понять, кто же чувствует правильно, чтобы искать истину. Кстати, заметим, что тут речь может идти и про квалия, и про ощущение, про квалия, ну то есть про человеческую вот эту теорию квалия, которую, согласно которой там мы можем видеть разные цвета. Ну, например, я вижу красный, другой человек видит зеленый, но мы при этом одновременно называем вот этот и красный, он красный, а я зеленый, одним цветом, допустим, это фиолетовый. Допустим, на самом деле. На самом деле это фиолетовый, я ощущаю его как красный, он ощущает как зеленый, но по договоренности мы уже вот решили. Так вот, это квалия, да. Допустим, это так. Вот. Тут речь может идти одновременно и о квалии, и про ощущения разных видов, но вплоть до того, что современная наука, например, говорит нам, что змеи некоторые могут чувствовать с помощью теплосенсоров. Например, что их на языке так они чувствуют. А дельфины с помощью звука, эхолокации могут лучше чувствовать. Летучие мыши тоже лучше чувствуют с помощью эхолокации. Замечательно, да? Просто потрясающе. Совершенно другая форма ощущений у этих живых существ. Может быть, у каких-то животных есть вообще совершенно отличные неземные формы ощущений, мы про них просто не знаем. Вопрос в том, какое из этих ощущений правильное. Из этого определенно следует, что создать адекватный эмпиризм, ну или реализм, как минимум, крайне трудно, потому что мы не можем определить, кто чувствует правильно. То есть всякое учение, опирающееся на опыт, наблюдение и восприятие, в корне является сомнительным по причине возможности истинности этого тропа, именно возможности. А следует заметить, для людей особо одаренных, что сомнительно – это не значит точно. Точно недопустимо, да. Сомнительно означает невозможно для абсолютного подтверждения. Вот, заметьте, невозможно для абсолютного подтверждения. А эмпиризм в целом становится сомнительным благодаря, ну, только вот всего лишь допущению этого тропа. Ну, вот мы просто можем подумать, а вдруг это так?
Эмпирики основываются на другой, как бы, возможности. А вдруг это не так? И работают в этом ключе. А мы подумаем, а вдруг это так? И все. Если эмпирики докажут, что этот троп абсолютно ложен, тогда смогут с уверенностью настаивать на своих методах. С другой стороны, скептик не обязан доказывать, что этот троп истинен или ложен, просто потому, что он его не утверждает как догму. Он не говорит, что это определенно так. Он говорит, а вдруг это так? Тогда вы не правы. Докажите, что вот это не так. Вот, с тропами мы немножко разобрались именно с формой тропов, поэтому не будем уделять дальше такого большого внимания именно тому, что такое есть тропы и как вообще они взаимодействуют. Продолжим дальше. Так вот, следующий троп. Среди людей также не существует единства. Их чувства, их отношения к одним и тем же вещам настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Этот троп уже распространяется не только на ощущения, но и на мнение людей. А соответственно, даже воспринимая одно и то же, люди в итоге приходят к разным выводам, очевидно. Они используют разные методы и опираются на разные учения, следуют разной логике. Все это многообразие подходов не дает определить истинный подход. Вот как бы получается так. Но давайте разберем какой-нибудь очень простой пример. Допустим, человек 10 стали свидетелями некой аварии. Столкнулись машины. И каждый из этих 10 человек по-своему будет описывать ситуацию. Среди людей не существует единства, даже в таком простом описании. А когда речь заходит о глубинных науках, о какой-нибудь теоретической физике или философии, еще более глубинной, так скажем, науке, о познании, о мире, о бытии человека, то вообще нет никаких общих оснований. Я бы даже сказал, что у физиков их тоже не было, если бы их не придумывали бы искусственно. Существует огромное количество описательных систем уже сейчас. И мы не можем определить, какая из них лучше, какая из них именно достовернее с точки зрения истины. Потому что мы сомневаемся именно относительно истинности. Например, в современном мире просто удобнее быть ученым. Удобнее быть человеком сиентических взглядов. Но мы не можем сказать, достовернее ли учение ученых, тавтология, да, такая, достовернее ли оно учение шаманов. Просто потому, что шаманы якобы разбираются в тех материях, которые недоступны ученым. Неизвестно, не подтвердить. Тем более, даже если учитывать возможности различных эмпирических систем, наука — только одна эмпирическая система, которая включает в себя еще разбор вот всех вот этих понятий с помощью математики и логики. Но, возможно, безграничное количество эмпирических систем, и вопрос, какая из них истина, только ли научная, или, может быть, какие-то есть еще альтернативы, с которыми можно работать. Я уверен, что есть, и можно придумать новые, и можно множить их до бесконечности, и все равно не найти при этом истину. То, что мы недостаточно продуктивны и недостаточно умны, люди, наше человечество сейчас, это еще не значит, что невозможно всего этого придумать. То есть, да, я допускаю, что возможно бесконечное множество таких вот учений. Из этого опять же следует, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Ни суждению науки, ни суждению религии, ни суждению любого из философов, ни моему суждению в том числе. Продолжаем. Третий троп. Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны, и непонятно, какому нужно отдать предпочтение. Да, дело в том, что наши органы чувств уже в границах одного отдельно взятого организма работают различно. Руки чувствуют твердость и тепло, глаза – свет, слух ощущает, собственно, звук. Все это довольно разные вещи. Конечно, мы имеем полное право усматривать общность и взаимосвязанность этих ощущений, но это не снимает ряд вопросов. Например, почему предметы имеют такое большое количество свойств, которые мы так по-разному воспринимаем? То есть свойства же они определяются не столько даже от предмета, получается, сколько от человека. Слух. Мы слышим звук предмета и... Является ли звук, какое-нибудь определение вот этого вот звука, стук по чашке, это является ли свойством самого предмета? Или это, скорее всего, свойство нашего восприятия этого предмета? Понятное дело, что мы воспринимаем предмет. Сотрясение этого воздуха сами по себе, они не являются свойством непосредственно предмета. И распространение колебаний в воздухе тоже не является свойством самого предмета. Это может быть, во-первых, свойством воздуха.
Но также в воздухе, скорее всего, распространяется не столько звук, сколько колебания, если мы, ну, размышляем в рамках традиционной, так скажем, науки. Так вот, и уже мы, как люди, воспринимаем уже совершенно иное. Мы воспринимаем не сами колебания, мы искажаем эти колебания под свойства собственного восприятия. Так вот, ну, вот все наши восприятия, они разные, и они опосредованы и в предметах, вот в этих, которые мы ощущаем, а нет свойств нашего восприятия. То есть у нас есть свойства восприятия отдельно, есть свойства среды, в которой распространяются сигналы, а есть свойства самого предмета, и это в большинстве случаев просто разные вещи. А, так вот. Мы вообще можем быть уверены в том, что предметы реально существуют. На самом деле, ну, уже Беркли, известный философ Беркли, пытался доказать, что никакой материи не существует, существует только восприятие. Душа и восприятие. Это система, в которой вот всего достаточно. Душа есть, есть восприятие, есть Бог. Бог посылает нам восприятие, и все отлично. Система сложилась философская. В общем, получается, что ситуация куда сложнее, а потому разрешить проблему этого тропа в целом практически невозможно. То есть мы уже на уровне чувств имеем некоторые ограничения, некоторые проблемы. А именно уровень вот такого чувства единичного человека, это уже тяжело. То есть, например, первый пункт у нас, первый троп говорил о том, что у нас у всех разные восприятия частично. То есть мы по-разному видим немножко, по-разному слышим. Кто-то вообще не видит, кто-то вообще не слышит, кого-то, у каких-то животных есть просто небывалые органы чувств, которые недоступны для понимания человеческого сознания вообще в принципе. А, вот. И плюс еще этот троп, который говорит о том, что у нас разные восприятия уже внутри, да, нас самих. Это тоже удивительно. Следующий троп таков. А состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. Это абсолютно верно. Это совершенно верно сказано, определенно верно, да. Люди могут пребывать в разных состояниях. Эти состояния могут порождать разные суждения. Например, состояние болезни приводит к довольно странным убеждениям. Тем более, с чего мы вообще взяли, что здоровы? С чего мы взяли, что здоровое бесстрастие является чистейшей формой, которая допускает непосредственно познание? Почему человек бесстрастный должен познавать в принципе? Разве есть абсолютные основания доверять одному из состояний? На мой взгляд, нет. Ну, давайте, например, разберем самую простую сферу, в которой состояние человека влияет на оценку, просто очевидно влияет на оценку. На все 100% влияет на оценку. Это искусство. Читаешь книгу с плохим настроением. И вряд ли она сможет улучшить твое настроение. Скорее всего, ты перенесешь свое плохое настроение на оценку этой книги или на оценку стихотворения. Если у тебя нет опыта судейства, если ты не можешь контролировать свои эмоции во время этого судейства, скорее всего, в общем-то, естественно, ты оценишь в зависимости от настроения. Дело не только в настроении, бывают разные состояния. Бывает состояние подъема, например, душевного, бывает просто состояние попадания настроения произведения художественного и твоего собственного, что может произвести некоторый резонанс. И тогда тоже настроение, состояние может повлиять на твою оценку. И повлиять на твои суждения. Но не то же ли самое происходит, например, в более естественных науках? Непосредственно в естественных. А там люди развивают, в общем, такую позицию, что ученый должен быть бесстрастен. А с другой стороны, он должен любить свой предмет еще одновременно при этом изучении. Такое противоречие внутри науки все-таки есть. Ну, в общем, есть желательные состояния, которыми должен придерживаться ученый. Являются ли эти состояния верными, нужными, полезными для раскрытия науки, в общем-то? Я знаю аргументацию, которая, в принципе, пытается мне это доказать, но она примитивная. Ну, вы понимаете, да? Ну, какое основание считать бесстрастие главным критерием эмоциональным праведности ученого? Да никакого, на самом деле, основания здесь нет. Никакого доказательства здесь нет. Так вот, состояний очень много. Да, бывает, люди, уже человечество... Вот у греков такого не было, а человечество в итоге доросло до того, что некоторые состояния начали воспеваться. И люди начали утверждать, вот в таком состоянии, в таком неизменном состоянии, например, бесстрастия в науке, познание идет очень-очень хорошо. Но это тоже догмы, в это верить, ну, довольно-таки сомнительно. И очень трудно найти определенно бесстрастного ученого, а тем более вне науки найти человека бесстрастного, который бесстрастно ведет оценку, тоже очень трудно.
Но даже если можно найти таких людей, то вопрос, ну, они реально познают лучше, чем страстные люди. Пятый троп. Суждение или оценка ситуации также зависит от обычаев того народа, которому человек принадлежит. Эти оценки могут быть прямо противоположны. Опять истина. Ну, то есть, ну не то чтобы истина, но это так. Человек, занимающийся культурологией, знает, что это так. Начнем как минимум с того, что даже такая, даже наука в целом, как философское учение, исторический феномен привязана к определенному региону. То есть это западный мир. Ну, вообще, если точнее, это Европа изначально. Нет ни одной системы убеждений или исследований, которая не была бы привязана к тому или иному региону. Конечно, некоторые учения активно распространяются. Это и наука, и буддизм, и христианство, и ислам. Но распространение не отменяет факта возникновения на базе убеждений того или иного региона. Да, то есть все вот это вот... Имеется факт возникновения на базе убеждений того или иного региона у всего этого. У науки есть основания в европейской философии, даже в христианской философии есть основания возникновения науки как таковой. Почитайте, собственно, Роджера Бэкона и потом уже Фрэнсиса Бэкона. Да, очевидно, что науку сформулировали на базе философии, какой-то определенной философии, включая христианскую, но причем философию Платона, Аристотеля, здесь она тоже включена, и все это контекст именно европейской философии. То же самое и с буддизмом, несмотря на то, что он распространился по всему миру, очевидно влияние индийской культуры, потому что в буддизме доминируют духовные практики. Впрочем, духовные практики, конечно, периодически встречались то в Греции, в исламе они встречались. Да, везде встречались так плюс-минус немного духовные практики, но именно Индия делает, в общем-то, акцент на духовных практиках, и буддизм делает акцент на духовных практиках. Христианство и ислам тоже зависят от регионов непосредственно, то есть понятно, где они возникли, на каких основаниях, почему в христианстве главная догма это любовь, например, тоже понятно, потому что, ну, Греция один из самых главных регионов распространения христианства, и очевидно, что, ну, концепция любви, греческая концепция, ну, здравствуйте, поэтому главная концепция любовь. Так вот, но пример науки в данном случае является наиболее выразительным, потому что многие считают ее, ну, универсальной. Да, у всех была наука, и везде наука такая вот. На деле же научный метод не мог возникнуть в любом другом регионе, кроме христианской Европы, которая победила в все нигилистические философские течения, сохранив лишь платонизм и перипатетизм, на базе которых и была построена наука. Кроме того, именно христиане пытались познавать мир вокруг себя как книгу природы, которая якобы была противоположна книге Божьей. Не то, что противоположна, Бог как бы написал две книги. Вот книжка для души, а вот книжка для материи. И нужно обе прочесть, считали. В общем-то, первые ученые и мыслители науки. И из этого вот получается, что наука нового времени, она построена на определенных философских основаниях, которые были свойственны только европейскому региону. Притом, по-моему, очевидно, что без христианства у новой науки не было бы и образовательной организации. И именно, в общем-то, в европейском регионе было именно такое образование, лекционное образование, да, преподавание лекций, которое до сих пор все еще доминирует в нашем обществе. То есть лекции до сих пор читают. Вся вот эта университетская тема, она чисто европейская. И то, как преподается в университетах, все это чисто европейская тема, чисто христианская и чисто зависимая от региона. Поэтому все здесь взаимосвязано получается, и даже до сих пор вот эти вот слова, они являются адекватными. Ну, впрочем, несмотря на то, что наука, конечно, практически захватила весь мир на данный момент, но ее истоки, очевидно, да, зависят от обычаев того или иного народа, тех или иных народов, а также от культуры. Эти оценки действительно могут быть прямо противоположными. Так вот, очевидно, что всякое учение, которое опирается на обычаи, традиции, мнения народов, региона, культуры, не может быть надежно, потому что есть множество культур, каждая из которых использует другие суждения, другие методы, другие подходы, традиции и так далее, и так далее, и так далее. Вот так вот. Да. Опять скептицизм все испортил всем. Шестой троп. Ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами, поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Да, действительно так. Возьмем очечки.
Вот очки. Вы их воспринимаете, правда? Вот очки, вот они. Но вы их воспринимаете у меня в руке. А вот я их открыл, вы тоже воспринимаете их как открытые мной. Я как будто бы един с этими очками на камере. Вот, ни одна вещь не является в чистом виде. Но даже если я исчезну, исчез я, остались одни очки. Опять рука осталась. Уберите с помощью воображения руку отсюда, пожалуйста. Но вы воспринимаете очки на фоне белого экрана. На фоне белого экрана с надписью. Можем убрать все остальное и оставим черный экран. Вы будете воспринимать очки на фоне черного экрана. То есть ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается смешение с другими вещами. Доказано? Доказано. А в этом тропе обсуждается еще одна фундаментальная проблема, которая мешает познанию. Ни одна вещь не воспринимается в отрыве от других. А даже во время эксперимента, когда исследователь изолирует ее влияние на предмет, все равно он воспринимает несколько предметов сразу. Ну, как минимум, он воспринимает в том числе и пространство, в том числе и время, в том числе движение, в том числе какие-то условия эксперимента, которые он, в общем-то, вводит, или просто они присутствуют как необходимые. Все это в значительной степени это осложняет познание. То есть чистый эксперимент, абсолютно чистый эксперимент может быть только мыслительным. И проблема мыслительного эксперимента в том, что он совершенно ненадежен. То есть все, что происходит в мыслительном эксперименте, может в реальности оказаться вообще не так. А все, что происходит в реальном эксперименте, оно не может быть изъято из бытия, так скажем. Мы не можем поместить вот те вот очки, которые я вам показывал, вот эти, в территорию без пространства, без времени, без движений, без людей, без предметов, без домов, без планеты, без всего-всего-всего остального. И именно поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Может быть, эти очки — это просто иллюзия, и оно вкреплено в вот этот мир иллюзий вместе со мной, или что-нибудь еще такое. Можно придумать огромное количество систем, которые доказывают то или иное, в общем-то, положение дел в мире. Движемся дальше. Ой, ну этот троп тоже такой же именно материальный. Вещи представляются различными в зависимости от места, которое они занимают. Вот очечки. Вот они занимают так место. Они занимают вот так вот место. Теперь вот так вот место они занимают. Вот так, вот так, вот так, по-разному. Еще могут быть стать очень большими очками. Вот. Могут стать очень маленькими очками. А вещи представляются различными в зависимости от места, которое они занимают. Доказано? Доказано. И все настолько, в общем-то, плохо, еще все зависит от нас, от наблюдателей, и это можно все рассматривать очень-очень-очень долго. Потому что вот у этих вот очечков бесконечное количество положений в пространстве, и это очень тяжело. Ну, то есть они могут занимать очень большое количество комбинаций положений относительно нас и не относительно нас. Это усложняет систему рассмотрения вот до бесконечности. Нам определенно всегда приходится взаимодействовать с какими-то абстракциями. А абстракция, опять же, ненадежна. Вот конкретика, вот конкретный предмет. Этот конкретный предмет дан нам в бесконечности своих положений. Положение относительно нас, в расстоянии относительно нас и так далее, так далее, так далее. Углы разные относительно нас могут быть. Угол такой, угол такой, угол такой. Как угодно можно, в общем-то, все это рассматривать. И это действительно, это философская проблема, это гносеологическая проблема. Это не просто так мы крутим очечки в руках и думаем, ух, как все тяжело стало. Нет, это реально философская проблема познавателя, которую некоторые просто игнорируют. Да, вещи различны в зависимости от их количества и качества. Да, мы тоже делаем разные суждения по поводу вещей, у которых есть различные, ну, которые имеют различное количество и различные качества. Это тоже понятно. Ой-ой-ой, повторка. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. Тоже очень понятный троп. Сейчас разберем 10-й, он более важный. Суждение вещи выражает не ее само, а ее отношение к другим вещам и к воспринимающему. В общем-то, 10-й троп – это итог. Да. В итоге получается, что всякое суждение о вещи, то есть о факте, есть лишь его интерпретация. Воспринимающий интерпретирует факт относительно своих восприятий и системы отношений к вещи, которую он может обнаружить в мире или в себе, например, или где-нибудь еще, ну неважно, где он эту систему берет. Собственно, этот троп реально подводит итог. Он говорит о том, что познание достигнуть как минимум крайне трудно.
Потому что мы не можем выразить истину в суждении, так и суждение ограничивается в лучшем случае нашими восприятиями и логикой. На деле же все может оказаться значительно сложнее. Этот троп делает абсолютно любое познание сомнительным, особенно эмпирическое познание, ну и любое другое, просто потому что мы не можем судить вообще о вещи, в том числе о вещи к себе. Судить мы тоже не можем. Бедный Кант, да. Хотя Кант и был уверен в том, что мы не можем судить о вещи в себе. Может быть, нет, никакой вещи в себе, кстати. Да, непосредственно. Продолжаем. Агриппа. Еще один известный философ, скептик. Это мыслитель сформулировал еще 5 тропов. Ну как, еще 5? Еще? Это еще такое, такое еще. Не очень еще, на самом деле. На самом деле, похоже, что он попытался уместить те 10 тропов, которые мы только что разобрали. 5, то есть уменьшить проблем в 2 раза. Ну и добавил, конечно, кое-что свое. Давайте посмотрим, что же, какие же 5 тропов он сформулировал. Разноречивость. Первый троп называется разноречивость. Это неопределенность в правилах общественной жизни и воззрениях на философов. Повторяет чуть ли не второй троп Анисидема. Дело в том, что всякое учение базируется на разных положениях, которые приводят к разным выводам. И тут уже нет разницы, доминирует ли в мире одно учение или нет. Мы просто знаем о том, что существовали авторы, которые полностью отрицают популярный подход и продвигают свой. Например, платоники полностью отвергли бы эмпирическую часть современного научного знания. Среди мыслителей нет единодушия, нет ничего по-настоящему общего. Сложно найти хотя бы одно утверждение, которое являлось бы общим для всех мыслителей в мире. Тоже можно сказать про нравственные установления, эстетику и так далее. Здесь тоже нет ничего общего. То есть у нас нет прочных оснований, которые могли бы позволить отдать предпочтение той или иной мыслительной модели. Верно? Верно. Продолжаем. Ну, то есть этот троп правдоподобен, но, опять же, основывается он на возможности, на допущении некоторым. Следующий термин – удаление в бесконечность. Что же он значит? Что все доказательства требуют дальнейшего доказывания, так до бесконечности. Еще одно положение, которое чуть ли не является очевидным в рамках нашего языка и нашей логики. Всякое утверждение требует доказательства, то есть требует аргументов. Ну и в итоге либо скатываются к аксиомам, либо попадают в цикл. Да. Те вещи, которые доказательств не требуют, являются чистейшими догмами, ну или аксиомами. Разницы между догмами и аксиомами, ну, я не знаю, честно говоря. А утверждение какой-то либо абсолютной очевидности, ну... В общем, это каждый человек, который думает, что вот у него есть какие-то основополагающие посылки, он пытается назвать их аксиомами, ну, такое себе. В свою очередь, всякое утверждение можно подвергнуть некоторому спрашиванию. В итоге, либо будет обнаружен логический цикл, о котором я уже говорил, либо окажется, что в своем истоке любое утверждение не является доказанным, а лишь воспринимается на веру. Ну, то есть восходит к тому или иному начальному положению или аксиоме, то есть к догме непосредственно. Из этого следует, что всякое суждение, будь оно доказано или недоказано, является догматическим, да. Всякая цепочка доказательств опирается либо на логический цикл, либо на аксиому-догму. В любом случае, любой тезис является догмой, которая имеет лишь вероятностный характер и не может восприниматься как однозначная истина. Это и делает все тезисы сомнительными. Как видите, у Агриппы более общий подход. Анисидем больше как бы критиковал почему-то эмпириков. Товарищ Агриппа критикует всех. Всех. Никто не уйдет от его критики, от удаления в бесконечность логических доказательств. Никто не уйдет. Благо, да, такое прекрасное, во всем сомневаться. Относительность. Все вещи изменяются, и меняются их отношения, или меняется точка зрения на них. Этот троп совмещает сразу несколько тропов НСДМа, мы о них уже говорили, рассматривать их нет смысла, они понятные, простые. В общем-то, что с ними поделать? Хорошие тропы. Только Агриппа их совместил. Предположительность. Истина, которая утверждается, в сущности является лишь гипотезой, притом всегда является лишь гипотезой. Собственно, всякое утверждение носит чисто гипотетический характер. Когда ученые говорят о теориях, следовало бы говорить, что все эти теории лишь гипотезы. А вера в любое утверждение не делает его абсолютно истинным. Также суждения не становятся истинными, если навесить на них ярлык знания. Все вышеперечисленные тропы, включая тропы Анисидема, заставляют нас усомниться во всяком возможном знании. Ни одно утверждение не может быть сформулировано таким образом и основано на таких исследованиях, которые нельзя было бы подвергнуть сомнению и признать недостаточным.
для нахождения истины, даже по самому частному вопросу. Да, все знание является предположительным. Вот что считал Нисидем. Ну, не то чтобы... Ой, Агриппа. И не то чтобы считал это предположение о предположительности. Скептики всегда делают предположения. Он, считайте, вам говорит. Предположим, что всякая истина, которая утверждается, лишь предположение. Он как минимум будет прав в 99% случаев из 100. То есть он будет прав. Да, у нас есть 100 учений. 99 из них точно не являются истинными. Одно может быть. Может быть, но не факт тоже, скорее всего. Предположим, что это одно тоже не является. Вот какое предположение делает Агриппа. А почему 99 суждений из 100 точно уж не могут быть истинными? Ну, просто потому, что они не смогут содержать в себе 100% истины как таковой. Лишь одно учение может быть полностью истинным, а другие являются как бы уже градациями этого учения. Там в них есть что-то может быть истинное, а чего-то нет. Но полностью истинными они являться не могут в данном случае. Как-то это так получается. Ну и Агриппа говорит, да, все остальные вот эти 99 учений, они основаны на гипотезах, на предположительности, на некоторых аксиомах, и мы, в общем-то, вынуждены принимать их либо на веру, либо, ну, приходится нам сомневаться. Скептики сомневаются в том, что хоть одно из учений реально доказано. Есть ли у них на это основание? Мне кажется, у них есть на это основание, прочные, выраженные в виде тропов, которые не являются при этом верой. Продолжаем, да. Взаимодоказуемость. Утвержденная истина вовлечена в порочный круг. Здесь я, кстати, не согласен с этим тропом. Тут речь идет о логической ошибке, при которой на некотором аргументационном расстоянии друг от друга существуют такие суждения, которые взаимно доказывают друг друга. Дело в том, что существование таких аргументов, которые взаимно доказывают друг друга, заставляет аргументацию повиснуть в воздухе без каких-либо оснований. Это является большой проблемой для познания. Ну вот здесь Агриппа немножко как бы схитрил. Да, не всякое осуждение в итоге вовлечено в порочный круг. Просто не всякое рассуждение, вот так. А некоторые основываются на аксиомах, как я сказал выше. Но при этом, да, это не отменяет того факта, что некоторые утверждения все-таки вовлечены в порочный круг. И что это вообще значит? Ну, допустим, возьмем любое суждение, которое, в общем-то, доказывает. Два суждения, которые доказывают друг друга. Например, так, Бог существует. Да, Бог существует. Вот одно суждение. Бог существует. Добро является атрибутом Бога. Значит, добро существует, например. Ну, в общем, тут. Ладно, я фигню спорол. На самом деле, я сейчас не могу породить порочный круг взаимодоказуемости. Они обычно просто видны. Я про них всех вылетели из головы. Но это не так уж и важно. Вы можете посмотреть на любое утверждение, которое доказывает друг друга. Я не знаю. Это суждение истина, потому что оно верно. А почему оно верно? Да потому что оно истина. Вот так мы обернули все, и получился круг очень простой. А чаще всего вот эти вот порочные круги, они имеют некоторые промежуточные звенья, которые отдаляются, в общем-то, друг от друга. То есть обычно не бывает такого, что вот да. Это учение истина, потому что оно верно, и оно верно, потому что оно истина. Вот такие вот очевидные круги редко встречаются. Это самые примитивные такие круги, чисто религиозные, можно даже сказать. А есть более глубокие подходы, которые отставляют эти вот, собственно, утверждения, которые взаимно доказывают друг друга, на некоторое расстояние, иногда на настолько большое, что углядеть их после первого прочтения текста, ну, просто становится крайне трудно. Вот такие тропы сформулировал Агриппа. Это очень общие тропы, которые дают нам основания для сомнения чуть ли не во всем, что можно себе представить. Спасибо, скажем, Агриппе на этом. Да, действительно, с помощью его тропов можно усомниться во всем. Следующая персона, персоналия Секст Эмпирик. Известнейший философ. Его произведения «Пироново положение» и «Против ученых», два текста известных, являются основными источниками по философии античного скептицизма, так как только они сохранились в полном виде. Занимался он критикой других учений и в основном показывал достижения других скептиков. В его трудах можно обнаружить все тропы, которые мы только что рассмотрели, а также все известные скептические аргументы. Он остро критиковал Академию за то, что платоники претендовали на звание скептиков, считал вероятностные суждения догматическими. В общем-то, да,
трудно рассуждать о его вкладе в скептицизм, потому что в сущности его труды – это сумма скептической критики и скептического учения. Но по его трудам мы достоверно знаем об учении скептиков. Ну, если можно так выразиться, что у них вообще есть какое-то учение, вот именно по его трудам мы все это и знаем. Секс-эмпирик – великая персона, но мы уже все о скептицизме сегодня рассказали, что следовало бы рассказать в рамках часовой лекции, а повторяться нет смысла. Вывод про абсолютный скептицизм. В данной лекции мы разобрали позиции представителей абсолютного скептицизма. Также в античности существовал умеренный скептицизм академиков, но я лично не считаю его скептицизмом, а его учение следует преподавать в череде платонических школ. Дело в том, что средняя академия, которая считается скептической, опиралась на утверждение некой вероятности суждения. Вероятность сама по себе есть некоторое убеждение, пусть и не абсолютное. Одно вероятнее другого. Так, да, это вполне такая обыкновенная классическая догма, которая уже в Греции была. Которая уже в Греции была, в общем-то, понятна, секс-эмпирик все это критиковал. Конечно, уже в Греции были трудности с определением того, что же такое скептицизм. Проблема философии нового времени в том, что она двинулась в совершенно ином направлении, навязывая, в общем-то, эмпиризму, рационализму и даже христианству некоторое сомнение, называя все это скептицизмом. Если греки не позволяли себе называть скептиками откровенных догматиков, а периодически называли этим именем только, ну, софистов, например, средних академиков, опирающихся на вероятность, и, собственно, пиронистов или абсолютных скептиков, то с начала нового времени и до современности это звание начали получать абсолютно все по малейшему проявлению свободомыслия. Вот чуть-чуть что-то новое подумал, и все, ты скептик. Какой бы опыт ты не принадлежал, каким-то учением ты, в общем-то, не оперировал, ты все равно типа скептик. И особенно если это свободомыслие как-то связано с антихристианством, ну все, ты суперскептик. Очевидно, что атеисты, агностики, эмпирики, рационалисты и прочие по определению не могут быть скептиками. Это ярче всего видно, когда мы пытаемся противопоставить по-настоящему радикальный абсолютный скептицизм античности более современным модификациям скептицизма. Во втором, догмы лежат на поверхности. А тот факт, что люди по историческим причинам стесняются слова «догма» и не могут признать свой догматизм, опять же говорит о том, что они не в меньшей степени сомневаются, чем им кажется. Быть догматиком неплохо, быть скептиком – это тоже нехорошо. Тут нечего стесняться и нечем гордиться. Просто нужно правильно определять слова, чтобы не возникало лишних вопросов и конфузов. Надеюсь, вам было интересно слушать лекцию про скептицизм. Относительно подробно мы разобрали античный скептицизм и кратко коснулись чуть ли не всех учений, которые называются скептическими в целом. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания.